Ушла еще одна кинозвезда сегодня. Быстрицкая Элина, почему сейчас? И накануне Пасхи, в апреле очень скоро, очередное горе, утрата для всех нас. Ушла в период, когда всюду расцветает, в период тот перед воскресением Христа. Очередную мы звезду опять теряем, лишь память светлая о ней будет чиста. Кто может знает или не знает, но те годы, когда на фронте медсестрой она была, хотя красавица, но были и невзгоды. В госпиталях Элина всю войну прошла. Как было трудно выживать, кто ненавидел после войны во всяких вузах той поры. Но все-таки театр в красавице увидел актрису настоящую ее души. Было с волнением, как, впрочем, испытание в кинокартине роль Аксиньи «Тихий Дон». Сергей Герасимов не исключил желание. Кинопроект был худсоветом утвержден. Писатель Шолохов внес также свою лепту. Без замедления, конкретно видев в ней, без всякого противоречия акцента, что стало искренне по-своему видней. И хоть страшная сегодня выдалась суббота, ее я помяну в стихах собственных строк. Кинозвезда, актриса, просто из народа, талант и мастерство в ней так предвидел Бог. Преддверье Пасхи перед страшною субботой она, конечно, не хотела, но ушла. А за окошком пели соловьи довольно громко, Элины в небо торопилась душа. Прощальные слова скажу, я не кривя душою. Прости за все, коль если в чем-то я не прав. Тобою восхищался мир, и я не скрою, за все, что делала, награды получав. За все тебе мы благодарны все, Элина. Прощай, актриса, наша светлая звезда. Ты будешь в памяти у нас в кинокартинах. Мы помнить будем, как и всех, тебя всегда. Прощай.